Аки, пчелы, трудолюбивые ученые работают на благо науки и человечества. Это видео поразит вас неусыпной заботой о человеке, его здоровье и благосостоянии. Кроме того, вы узнаете о новом члене солнечной семейки, а также о том, что видеокамеры научились догадываться, что же там за углом. Перед просмотром этого видео подпишись на наш канал Crop Top и нажми на колокольчик. Поехали! Новая планета родилась. Точнее, еще не родилась, но ученые непременно убеждены в благоприятном течении процесса. Где-то за Нептуном они обнаружили зародыш новой планеты нашей системы. Он еще маленький, но быстро обрастает пылью и льдом. Скоро, по космическим меркам, у Солнечной системы появится малыш. Безопасное опасно. Все люди любят рисковать, но не все готовы мириться с возможными последствиями риска. К счастью, в последнее время ученые вовсю работают над тем, чтобы совместить понятия риск и безопасность. В частности, в Китае ученые научились придавать рыбному филе вкус рыбы фугу путем добавления комплекса элементов. Ешьте на здоровье. Всевидящее око. Камеры наконец-то научились заглядывать за угол, не в прямом смысле этого слова. Сам-то аппарат, конечно, остается на месте, зато анализ теней, по-научному это называется вычислительная телескопия, позволяет камере догадаться, что происходит в невидимой зоне. Мошенники и воры всех мастей, держитесь! Лекарство точно в цель. Нанороботы – это не новость, будут разносить лекарства – это тоже не новость. По кровеносной системе человека – и это тоже не новость. В чем же прорыв, спросите вы? А в том, что ученые разработали биосовместимых роботов, которые будут буквально думать и действовать в кровеносной системе больного, изменять свой размер и скорость движения, чтобы притиснуться в самые узкие кровеносные сосуды. Бактерии плюс бетон. Равно двойная крепкость. Российские ученые придумали способ увеличения крепости бетона почти в два раза. В создании суперцемента участвуют бактерии, которые перерабатывают сплавы, превращая их в нанопорошки. Новый бетон будут использовать в целях строительства конструкций, соприкасающихся с водой. Куриная фабрика лекарств. Курица оказалась идеальным домашним животным, приспособленным для цели получения лекарств. Но ученые пошли еще дальше. Специальная порода генномодифицированных кур становится живыми лабораториями. В их яйцах многократно повышается концентрация лекарственных средств или, например, опасных штаммов бактерий, за которыми наблюдают ученые. В будущем достаточно будет съесть всего 3 яйца, чтобы обеспечить себя необходимым иммунитетом или запустить процесс ускоренной регенерации тканей, утверждают ученые. А ну, кому лечебную курочку? Перед посещением стоматолога выспаться. Именно такую рекомендацию теперь дают врачи. Выспаться, если вам предстоят потенциально болезненные действия. Доказано, что невыспавшийся человек гораздо больше восприимчив к боли. Чеки долой. Не хранить дома чеки и как можно меньше к ним прикасаться приказывают исследователи. Оказывается, бумага для чеков содержит очень опасные вещества BPA. Чтобы не задумываться о количестве болезней, которые они вызывают, оставляйте чеки в магазине. Новый способ стать умнее. Обнаружили ученые. Оказывается, ритмичное покачивание во сне не только помогает лучше выспаться, но еще и способствует лучшему запоминанию изученного накануне материала. Опыты проводили на взрослых людях, так что всем, кому необходимо срочно поумнеть, в люльку. Себя не изменить. Или все же? Оказывается, будете ли вы совой или жаворонком, определяют гены. Более 700 тысяч людей пришлось обследовать американским ученым, чтобы прийти к этому факту. И тем не менее, дисциплина рулит. Можно, граждане совы, приучить себя вставать пораньше. А бодрствовать по ночам вообще опасно. Оцени видео своим пальцем вверх или вниз. Всем любви и добра. Пока.